5 многодетных семей Владивостока получили выплату вместо земельных участков. Размер выплаты составляет 382 тысячи рублей. Всего заявления на выплату подали 114 многодетных семей. Накануне 5 из них глава Владивостока Константин Шестаков и прокурор Владивостока Иван Иванов вручили денежные сертификаты. Пытались найти разные варианты, и вот, на мой взгляд, такой там оперативный и востребованный. Общими усилиями получилось найти вместе с прокуратурой города Владивостока, разработали нормативную правовую акт, коллеги его согласовали, и теперь у нас есть возможность для тех, кому это важно, и направить средства можно там, в том числе и на погашение ипотеки и улучшение там жилищных условий, разработали такой механизм. В очереди на земельный участок перед семьей Лазаревых было свыше 5000 человек. Глава семьи Алексей Лазарев говорит, что в лучшем случае они получили бы его через 10 лет. Поэтому решили, что гораздо удобнее уже сейчас взять денежный сертификат. Да, замечательно. Получается, часть ипотеки закрыть. Первая половинка уже упала. Сейчас вот сказали, региональная вторая половина должна на следующей неделе упасть. Закрываем часть ипотеки, но еще часть останется. Я просматривал где-то месяца два назад, жеребьевки по земельным участкам были там 2700 какие-то, по-моему. У нас очередь 5200 какие-то, то есть вот за действие программы получается лет 10, да, дали всего 2500, то есть нам еще эти участки ждать еще лет 10. Ну, предпочли здесь и сейчас. Сейчас прием заявлений продолжается. Сумма выплаты рассчитана исходя из среднего размера кадастровой стоимости земельных участков, включенных в перечень для предоставления в собственность многодетным семьям. Всего в этом году более 400 семей смогут получить денежную компенсацию. Для этого необходимо обратиться с заявлением в администрацию Владивостока.